Человечество будет само тушить природные пожары, если они возникнут этим летом, причем в прямом смысле слова, собственными руками. По крайней мере, об этом сегодня заявил президент Дмитрий Медведев на совещании по проблеме лесных пожаров и пожаров торфяников. И все подробности знает Анна Красильщик. Да, добрый день. Действительно, можно сказать, что Дмитрий Медведев сделал чиновникам последнее предупреждение. Если леса снова будут гореть следующим летом, сами поедете тушить торфяники, так сказал президент. Возмущение Медведева вызвали доклады первого вице-премьера Виктора Зубкова, главы Россельхоза Виктора Маслякова и губернатора Московской области Бориса Громова. Они, в частности, рассказали ему о том, что в апреле приняты все необходимые документы, и вот в мае наконец-то начнется работа по обводнению торфяников. Почему все подготовительные работы нельзя было провести в январе-феврале, ведь уже начинает гореть, поинтересовался президент. Не надо докладывать мне о том, что в соответствии с таким-то законом Минфин выделил деньги. Деньги нужно использовать и не ждать, пока они на счет упадут. Действительно, торфяники продолжают леть. Уже сейчас площадь пожаров в России в 3,5 раза больше, чем год назад. Гарью пахнет на юго-востоке Москвы. И вчера подтвердил это Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Greenpeace, который буквально вчера вечером в вечерних новостях был в студии «Дождя». Давайте вспомним, что он сказал. К сожалению, в этом году страна гораздо меньше готова к сезону лесных пожаров. То есть не появилась лесная охрана, по-прежнему нет людей, которые могли бы охранять леса. Чуть-чуть лучше с этим стала ситуация в Московской области. Сейчас набирают новых людей, которые были уволены перед прошлогодними пожарами. Но надо помнить, что дым, которым дышала Москва, это процентов на 70 дым, который пришел из других регионов, не из Подмосковья. То есть Владимир, Рязань, Нижний Новгород и другие. Ну, Борису Громову не привыкать заниматься ликвидации последствий. Например, на Новый год он ликвидировал последствия ледяного дождя, так что может и с торфяными пожарами справиться вручную. Мне интересно вот что. Сегодня президент был в Лыткарино, и в интернете активно обсуждалась информация о том, что там потемкинские деревни к его визиту готовят. Понятно уже, как он осмотрел Лыткарино? Ну, там очень смешная история. Он действительно сказал, что вот люди, дескать, пишут, что настроили к моему приезду потемкинские деревни. Правда это или нет? И действительно, тут же из-за плеча Бориса Громова высунулась некая пожилая женщина и закричала: да, действительно, дескать, вот дом строят, строят и никак не построят, и все ровно к вашему приезду обнесли забором.